Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Руни. Мы продолжаем играть в игрушку Angry Birds Epic. Поехали. Как же я рад. Так. Купить. Страж. Ну, страж совет такой себе. Я бы купил птица молния. Нам говорят купить. Ладно. Так и быть. Давайте. Поменяем. Ну, это такой сервер. Мне он не очень нравится. Но... Так. Поехали. Так. Он по всем сражениям разбудит в течение 3 ходов. Давай. Нет, это, кстати, прикольно, но мне как-то больше то нравится. Он сейчас будет нас атаковать. Давайте тогда... Сейчас, погодите. Сейчас. Ты что будешь делать-то? Так тебе не нанесется. А, не нанесется, кстати. Так, минус мелкие. Крит будет, надеюсь. Прекрасно. Ну, как бы кайф, но как бы я поменяю, наверное, мне как-то больше будет первый приятнее класс. Так сказать, более... Я тут, ну, более долго с ним хожу, так что буду с ним. Да. Так. Бычок получаем. Плюс 100. Прекрасно. Спасибо. Можно куплю? Вы издеваетесь. Ничего не надо купить. Боже, ну ладно. Это как бы обучение. Потом будет все окей. Так. Давайте. И нам выпадает офигительное. Что? А, еще? Это такой прикол. Он прикалывается просто. Рою прикалываются так, да? Так, ладно. Давайте пойдем. Купим там все остальное, что было. Там оно полезно, оно пригодится. О, что? Я сломал игру разве? А, не, все нормально. Все окей. Так, мы покупаем тебя. И это покупаем. Это потом нам понадобится, тоже ставить не буду. Все, посмотрите, что-то вышло. Вот, ребят, акции всякие выходят. Вот это я обожаю. Это старый Angry Birds Epic. Это я люблю его. Это прям топчик. Блин, к сожалению, нет у нас, да? Жалко. Купить не... Что у нас такое? О! Спасибо. Приложение, ну донат у тебя, конечно, прекрасный, конечно, на классы накопить. Ладно, посмотрим еще. Так, давайте мы тебя и поставим рыцаря. Так, это пусть он пустяк, это будет. Я, блин, как выкидывать? Вот так, да? И пиво тоже выкидываем. Разломан. Так. Кидаем. Хорошо. И лучак еще. Имба. Так, у нас тут классы, вот видите, есть. Но я потом вам почитаю его. Думаю, в следующей серии. Хотя, может, это там понадобится. Пока что не надо, он нам не нужен. Пока что. Так, акция что за у нас вылезла? А вот, там получается класс рыцаря прям очень сильно прокачан. Ну мы и так справимся. Так, поехали. Там что-то было, что-то еще написано, что там. Три, ну ладно, потом. Так, тут по этапам. Хорошо. Минус один, а нет, блин, окей. Так, дальше. Поехали. Так, делаем так и делаем так. Чаку защита нужна 100%. Ага. Видите, Чака атакует, у него мало хп и так. Так, ты на сколько хп? 16 хп наносишь, понял?
Сначала давайте пока что сделаем так. Еще цепная так, обожаю ее. Это прям топчик. О, красавчики. Это вот больно обиделся на него, да? Ну, в любом случае, вырубаем. Все. Ну, давай, давай. Я заодно сделаю так. Давай, я даже не против, чтобы он еще раз меня ударил. Ну, вот так и сделаю. Давай, вот так можешь. Все, получил леща. Так, это у нас просто имбовый стал. Так, тут мы делаем... Мы перчик ставим, 100%. Перчик используем на чайке, давайте. Хоба. Получай. Офигительно. Кстати, тут еще бот может управлять, но это такой себе, давайте. Получай. Ему хана, я считаю. Все. Победа и... Класс. Ну, думаю, 3 звезды мы за такую победу заработали, да? Так. Да. Нифига себе, сотка. Ребят, мы сотку добили. Даже 3 семки даже дают. Ну, нет. Это уже слишком, да, слишком... Так сказать, сладкая награда. Семечки, да. Так. Дальше. Как мы видим, тут мы почти до них дошли, они психуют, и он такой, то есть, вот оставили, то есть, он его оставил один, и тут он, короче, к Матильде пришли. Матильда это у нас. И он такой, гениальная идея у него такая пришла, он будет портить, да. То есть, она очень расстроена теперь, да. Сейчас, конечно, мы будем спасать ее. Матильду сегодня спасем. Так, кабальтовый план. А, вот это было написано, типа, 10 уровень, что ли, это или что? Наверное, да. Не знаю. Так. Ошалеть. Марио, так сказать, как... Так. Да, отсылочка такая небольшая. Так. Бригадир. 20... Ага, 27 урона. Усиление тела атаки всех с ним вылечится на 30%. Ты чё? Каждый битва союзника. Так, я понял, ты серьезный. Не слабый. Начнем с таких. Прошу, не бейте. Так, ладно. Райдер. Блин. Плохо, слушайте. Делаю защиту. Факт того, что тебя могут, конечно... Факт того, что они умнее... Вот я об этом и говорю, что чака могут ударить. Но все же. Да ты козел! Бригадир! Так, ладно. Бригадир нужно так сделать. Будет офигительно. Так. Нормально. Получай. Получай. Топчик. Все, давай. О! Офигеть. Видите, перчик, еще перчик будет. Нормально. Правда, за Реда мало получено, но ничего страшного. Главное, что победили. Все. 5000 тут. Ну, нормально, что. Ну, две как бы, да. Понятное дело. О, ящики, это, кстати, имба будет. О, ящики дали, имба. Просто имба. Ящики дали, топчик. Кстати, а мы поставили оружие? Да? Ну да. Сейчас посмотрим, давайте. О, спасибо, спасибо. Так. Так. Нет, не стоит, кстати. Погоди, мы случайно не продали? Просто такое чудо, что мы сейчас случайно продали. Я что продал? Похоже на то. Ну, красавчик, что могу еще сказать. Я взял, продал. Можно заново купить. Ну, я красавчик. Просто красавчик. Взял, продал. Красава, просто красавчик. Как будем дальше проходить? Я не знаю. У нас сюжетная дыра появилась. Так. Здорово. Тут. Так, цепная атака. А, нет, кстати. Ну ладно. Так. Будет больно. Давай. Я готов. Раз леща. Два леща.
Получай. Так, мы все равно сейчас одного победим уже, хорошо. Ладно, давайте сохраним, пожалуй. Ради, чтобы за него дали очки. Хорошо. Теперь можно спокойно, давайте. Хобана и добиваем. Хоп, все, изи. Пятый у нас уровень, кстати. Топчик. 3 звезды. Нет. Жаль. Кстати, что-то нам везет. Ребят, реально везет. Ну, а придется тогда прокачивать тер уже, потому что мы их испоганили. Как минимум, пошлите щит тер прокачивать. О, спасибо. Имба, все, пошлите прокачивать щит, раз мы то испоганили. Мы щит продали. У Реда. Поэтому придется его прокачивать. Кстати, его оружие, но у нас ракушки нет. А, вот же он. Погодите, я ж не продал тогда. Что? А, создать их! Или чё? Тут хватает? А тут не хватает. А, камни какие? А, понял. А, давайте создаем, что-то я затупил. 2 даже. Так, хоба и... Офигительно, просто топчик. Одевай. Я что-то испугался аж. Ладно, все. Окей, все. Топчик, ребят. Офигеть, ребят, что-то реально испугался как-то. Я думал, как-то будет фиговенько, нормальное прохождение у нас получится. Так. Сейчас их фигадем, и потом уже будем фигачить мы там мороженщиком, с морожкой там будет. Так, тут плево 3 левела. Добиваем тебя. И ты чака, 100%. Кстати, капец, сколько... Ну-ка, погодите. Ага, 292. Офигительно, слушайте. Так. Хорошо. Так, можно даже так сделать. Давай. Ништяк. Получаем мы. Дальше. Так. Чё там? Птицелов 14, Юцерон, шанс опять оглушить цель. Вот, кстати, оглушить это очень плохо. Это прям фиговенько. Так то может просто всех фигачить? Фигели? Только себе сделал братанчик. И ты будешь фиг... Ой, крас... Ой, молодец. Еще просто перчик используем. Давайте, на чака. Эту... Ну да, думаю, на чака можно использовать. Давайте. Чак, давай. Поехали. Раз, два, раз, два, раз. Все. И давай фигач. И плюс он еще будет. Еще видите сколько? У нас фига времени. Все, и сейчас мы его добьем уже. Спокойненько. И 3 звезды получаем. Хобана. Просто имба. Ура! Да, найс. Так, какая же все-таки классная игра. Реально обожаю. Так, ну 7-ки нам не дадут, обычно нам 7-ки. О, 7-ки даже дали! Слушай, что-то сегодня мне ребят везет, прям офигеть. Я в шоке. Это реально топчик. Да. О! Смотрите, вот он город свет. Я про этого мороженчика говорил. Класс птицы молния. Чака, Чака. Ключ к победе. Используйте умение истощения энергии. Сними положительные эффекты с целей. Смотрите. Посмотрите, нам сейчас покажут. Это тело. Вот он. То есть это просто классы. Я его наделаю. Пошлите теперь в бой. Может теперь за него играть, да. Теперь он будет полезнее более-менее. Ну, тебе будет полезнее, да. А, блин. Куда это я? Ништяк, сколько всего. Пошлите, помидоры получим. Нормально. Так. Let's go. Монти. Мгновенно снимает все полезные эффекты, носит. Офигеть.
Офигеть! Но это пушка, я так скажу. Так, погодите, что он дает, я не помню. А, все, понял. Ну-ка, сколько у тебя уровня? 19. Тут все понятно. Получай. Получай. Вот снимаем эффект. В смысле. Так. Это мне не нравится. А почему эффект не могу снимать? Погоди. Все, снял. Что-то я сейчас немножко обосрался. Прям реально. Ладно, все. Что-то я немножко офигел, слушайте, что не получилось сначала. Ладно, плюс чака сразу 10 тысяч получаем, думаю, 3 звезды. Помидоры. Давайте, помидоры. Все равно неплохо. Перекручивать его, я даже не какой-то, это же не сундук, там ничего, какое-то прям очень полезное, да. И мы спасли, у нас Матильда, мы такие, офигеть, мы сожалеем, а принцесса смеется. Но это, она-то может все восстановить, это у нас, ребят, целитель, он будет нас хилить. А принцесса прям офигевает. Что-то спрашивает у него такой, а нет, что-то я не могу ничего сделать, ничем помочь. И тот хочет свалить, да. Потом будем за ним гоняться, будет люто. Но это будет, скорее всего, в следующей серии, не знаю. Ну, не имеется, что сейчас серия закончится, имею в виду, что это в следующей серии. Ведь он не может свалить, да. Так что мы сейчас должны прийти. И вот мы получаем нового персонажа, новое. Матильда. Талантливый целитель, способный и неплохо ударить, да. Так. Ну, давайте пока что не будем покупать. Надо дойти еще до этого профессора. Офигеть. Пока что не надо. Так. Почитаем. Child Angry Birds Epic, это топчик. Жрица. Наносит 45 единиц урона. Кстати, это немало. Лечит всех птиц на 20% от нанесенного урона. Целительный щит при нанесении урона любой птицы. Все птицы лечатся на 15% полученного урона, если в течение 3 ходов. Ну, в принципе, все эффекты снимаются. Все, топчик, да. Так. Сколько ты? Еще раз. 45. Атакуй. Убиваем его. Так, что он себе добавил там? Огненная мощь. Так, ладно. Нормально. Сейчас будет фигачить, неприятно. Давай, один раз удар, у нас таки быть. Ай, больно. Получали сейчас, да. Так. Хорошо, и поехали. Все, найс. Будем открывать и восстановлять хп. Так, тут у нас офигеть как все. Чака, давайте. Это он, давай. Поехал. Хобана. Ну, плохо, если честно. Ну, ладно. Посмотрим. Да куда ты лезешь-то, а? Так, ладно. Думаю, что его нужно сначала сливать. Так. Больно. Так, снялся эффект. Пусть Матильда атакует. О, найс, вырубила она. Нормально, ничего страшного. Так. Атакуй. Пока что нормально все идет. Ничего страшного. Так, атакуй. Такой. Так, давайте еще полекаем сюда. Пусть он еще поделает. Раз. И защиту на чака пусть, допустим, будет. И может атаковать. Все. Чтоб топчик было прям. Давай, все.
И последний. Я говорю, мы справляемся спокойно. Так, сколько у тебя хп, братанчик? 560, огнесвин. 64, такому тебе сколько хп? Так, ладно. Давайте себя используем. На чака. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Хорошо. Сколько мы там ему хп снесли, мне интересно. Так, офигеть, какой он там станет теперь? Ну, дай-ка посмотреть. Забни. Чё за дичь, я не могу посмотреть? Да, вот все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, 208. А, нормально, снесли мы это, кстати. Нормально, так, давайте. Фу, хп, в принципе. О, рассели, кстати. Я совсем забыл про этот баф. Ну, дополнительный, не вот баф, а дополнительный, что так будет делать. Так. Давай. Фигач, ну, будет не очень больно. Ну, так, плюс-минус. Получай. Нет, я хочу, чтобы его не добили, я похилился. Мне прям дофига дали. Так, кто наносит меньше всего? А я ж могу просто вообще не атаковать, да? Мне не нужно атаковать. Я пойду, погодите. Давайте. Так, вот он что-то делает. Я вот так слабенько ударяю. И вот, ребята, я хочу просто ульту Матильды показать. Вот, ребят, видите, она нас хилит. Все, теперь можно добивать. У нас фулл хп, мы дофига получаем, да, кстати. Прекрасно. Бревно, и мы получаем, мы не получаем, к сожалению. Перекручивать я не буду. Давайте поехали дальше, что ли? Поиграем, наверное. Ну, то есть, если свинская мощь сильнее, то это не значит, что... Это не значит то, что мы можем проиграть тут у нас. Вот тут, кстати, есть полезное. Офигительно. И тоже покупаем котел. Давайте сделаем. У нас помидорчики есть. Один. Неплохо. Неплохо. Так, и тут я прям думаю, прям три попли, да? Не повезло, к сожалению, всего лишь один. Давайте попытаемся еще раз. Почему нет? Левел второй. Ну, блин, жалко. Давайте еще мы можем. Последний раз сделаем. Больше не будем. Неплохо. Хотя бы так все. Пошли, больше пока что не будем делать, но у нас, в принципе, и закончилось. Да. Пошлите. Сюда. Так, сейчас мы будем дальше играть, получается, скорее всего. Что у нас там? Надо посмотреть хотя бы. Так, ну, в принципе, пошлите, что ли, поиграем, наверное, парочку. Давайте этот уровень сыграем, наверное, и все уже будем заканчивать. Что-то там совсем по-другому уже, наверное. Да, тут уже вот так люто. Конечно, в следующей серии все будут у нас делиться. Па-па-пам, па-па-пам, па-па-пам. Еще половину даже ударить не сможет. Не понял. Что? Сейчас у меня даже ударить? Удивительно, кстати, все еще какую-то фигурю фигачат. Не знаю почему. Матильда такая добрая. Пам 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 пам. Так, давай похилька всех. Хобана, топчик. Ту-т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 у. Так, давайте восстанавливать сейчас будете. Оп, остановил. И тут. За 6 уровня у нас есть. Кайф. Нормально. Живем. Так. Так, все, давайте. А, собственно, последний ход. Боже, как. Насколько ты безнадежен? Давайте. Как хп у него осталось? Сколько у тебя урон? Даже ты его убьешь, но давайте хотя бы так. Хотел перчик так сделать. Ну ладно, ничего страшного. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да не плачь, братан. Ничего страшного. Такие мы получаем. Не получаем, к сожалению. Да, вот так хочешь. Хоть тебе.
Слушай, нормально поиграли, кстати, реально прикольно. Нормально такой уровень прошли, кстати. Так. Шестой уровень мы получаем, потом в следующей серии. О, врата дружбы, кстати. Но я в любом случае никак не смогу с ними поиграть. Думаю, не думаю, даже объяснять не надо. Да, уф, ребят. Так, кстати, когда мы можем в ивенты играть, вопрос. Чтобы открыть календарь событий, получить нужно добраться до рогатного леса. Блин, что-то я затупил. Точняк забыл. Так. Что мы видим? Сколько тут всего будет? Еще много нас ожидает, да. Да. Ну, короче, все уже в следующей серии будем играть, да. Также календарь у нас тут. Да. Через 6 часов. Можно перчатки забрать. 500, потом квалда. Офигеть. Там у орла еще хавчик даже. Ну, орла хавчик это, не знаю, это читы, наверное, даже. Может так назвать. Я, наверное, не буду его использовать. Если прям очень сложно будет, тогда да, наверное. Ну, пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.